Есть ли в России детское телевидение? Как оно развивается, если оно есть? И как его можно сравнить с теми передачами, которые мы все помним из детства? «Будильник», «БВГДК», об этом мы поговорим с директором телеканала «СТС Kids», членом Академии российского телевидения Львом Макаровым. Здравствуйте. Лев. Здравствуйте. Лев, вообще детское телевидение, на мой взгляд, наверное, даже сложнее делать, нежели взрослые телеканалы. Потому что аудитория не только разномастная, но и аудитория очень такая привередливая. Абы чего смотреть не будет. Ну, я бы, честно, не стал бы делить в этой категории сложнее или не сложнее, потому что все аудитории очень разные. Сейчас во всем мире это большая проблема того, что производится огромное, гигантское количество контента. У людей столько возможностей посмотреть что-нибудь, что привлечь их на какой-то на телевизионный канал, на нетелевизионный канал. Все сложнее и сложнее. И идет, продолжается фрагментация. Появляется много новых стриминговых сервисов. Технологии не стоят на месте. Сейчас вот телеканал в телефоне у всех. И не один. И, конечно, что для взрослых, что для детей – максимально сложно. Ну, такого объема контента, такого объема разных каналов, такого объема видео никогда в мире не было. И это вот сложно делать для любых людей. С детьми есть одна особенность, что там высшая ответственность. Здесь работает такой врачебный принцип «не навредить». То есть можно делать что угодно, если это не вредит. А знаете, в чем сложность, мне кажется? Потому что если к взрослому телеканалу, взрослому телевидению, ну, детей никак не привлечешь, им просто неинтересны те передачи, которые там выходят, то вот взрослых к детскому телеканалу, согласитесь, мы с удовольствием же иногда смотрим мультяшки, правильно? То есть две категории зрителей, взрослые и дети уже абсолютно смотрят точно, телеканал. Да. Отдельные взрослые, которые родители этих детей, отдельные взрослые, которые еще не родители, просто любят мультфильмы. И это прям, ну, мне кажется, это если человек смог сохранить в себе любовь к детским программам, по крайней мере, это счастливый человек. Я посмотрел, что у нас с вами разница возраста невелика, и, собственно говоря, мне кажется, что вы помните еще передачи, которые выходили на центральном телевидении СССР. Это «Будильник», это «АБВГДейка», это «В гостях у сказки», те же «Спокойной ночи, малыши». И, как мне кажется, теперь те передачи, которые существуют, вышли оттуда и существуют теперь, «Спокойной ночи, малыши», последние возьмем, они трансформировались, несколько стали более взрослыми, более продвинутыми. То есть исчезла та наивность, за которую вот я, например, и любил вот эту детскую вечернюю сказку. Ну, есть такая сложность, но она, опять же, не исключительно уникальная сложность для детского телевидения из-за того, что аудитории сильно фрагментируются. Зрители одного канала – это не просто там люди в возрасте от и до, а это люди в возрасте от раньше до больше, с определенными интересами. И надо находить способ взаимодействия и общения именно с этими людьми, а не с неким абстрактным зрителем. И да, я соглашусь, что ушла такая какая-то наивность и честность из телевидения. Но возвращаясь к конкурсу, здесь мы видели некоторые работы, которые действительно привносят какое-то вот такое личное отношение, когда ты видишь не просто работу компании какой-то, а ты видишь людей, которые за этим стоят. И вот, мне кажется, это способ продвижения и канала, и контента, и это работает как на взрослых, так и на детей, потому что, опять же, взять феномен такой YouTube-каналов, где ты видишь, что у тебя постоянно в кадре, постоянно в фокусе внимания один человек. Это YouTube-канал, это не некая корпорация, хотя и зачастую там за YouTube-каналами стоят группы людей, это не один человек делает. Но ты видишь четкого человека с сформированным образом, сформированным каким-то
рассказом о себе, ты понимаешь, чего от него ждать, и ты идешь за этим человеком. Мне кажется, вот в телевидении есть такое движение, которое поможет телеканалам, поможет отдельным программам добиваться вот этого самого персонификации, добиваться ощущения, что ты общаешься не с гигантским количеством людей, а с непосредственно человеком, большая открытость, вот привет зрителям. Вот все вот эти вот штучки, они, мне кажется, дадут возможность телевидению не умереть, но изменившись, стать сильнее. Ну, раз уж вы заговорили о конкурсе «ТЭФ Регион», то наверняка смотрели программы, именно детские программы, которые были созданы в регионах, не только в нашем регионе, Ставропольском крае. Что бы вы хотели отметить из этих программ, не называя их названий, какую-то, может быть, оригинальную идею, тенденцию, что вот лично вам, как человек, который непосредственно занимается контентом для детей, телевизионным контентом, запало в душу? Ну, смотрите, тут не столько, чтобы похвалить, вот сколько есть, мне кажется, все еще вот эта ошибка, когда мы хотим от... Ну, во-первых, в большей части детских программ, которые на конкурсе представлены, ведущие дети. И мне вот кажется, что большая проблема с тем, что мы пытаемся детей заставить говорить какими-то взрослыми стандартными фразами, заставить делать вот эти проходы, стендапы, как на больших каналах. И это выглядит настолько неестественно, когда ребенок идет там, не знаю... Ну, буквально вот об этом мы сейчас и говорили на мастер-классе. Вы против ведущих детей? Нет, я не против ведущих детей, я против того, что их заставляют говорить какие-то взрослые истории. Я хочу, чтобы дети, ведущие, были детьми. Дайте им возможность двигаться не только вот по прямой линии, а чтобы они прыгали, скакали, в камеру смотрели, заглядывали поближе, чтобы они говорили на своем языке, чтобы они давали, чтобы они призывали зрителей к какому-то взаимодействию, не знаю, там, попросить поближе подойти к экрану телевизора, просто встать, попрыгать, чтобы на попе не засиделись дети, их зрители. Сделать это более таким живым общением, как дети общаются друг с другом. И вот этого, мне кажется, во всем детском телевидении не хватает, и в меру сил. А вот еще один момент, опять же, сравнивая время центрального телевидения СССР и российское телевидение сейчас, раньше во многом и вы, и я, мы воспитывались на таких замечательных детских фильмах, как «Гости из будущего», «Москва Кассиопея». И герои, главные герои этих фильмов становились нашими героями. Мы все хотели походить на Колю Герасимова, да, на Козелкова из «Москвы Кассиопея», командира космолета «Заря». Сейчас есть в кинематографе, в телевидении вот такое, чтобы дети видели в исполнителях главных ролей героев, для себя примеров? Ну, во-первых, смотрите, мне кажется, что по-прежнему есть сложность с полнометражными там фильмами, с такими юношескими, да, не совсем детскими. Потому что сейчас крен идет в сторону анимации. Анимация, она делается на потрясающем высоком уровне. Там есть... хоть и анимационные, но тоже вполне себе герои, которые, ну, через свое поведение, своими действиями транслируют похожие те же самые ценности, ценности дружбы, ценности взаимовыручки, помощи. Просто они сделаны вот на новом витке по-другому. Да? Я уверен, что через какое-то время появятся и такие актерские работы, кино и сериалы, которые сделаны именно с живыми там, детьми, людьми для детей. Они уже появляются. Да, Дисней переснимает свои мультфильмы классические, и там уже живые герои, не рисованные. Ну, я сейчас даже имею в виду вот прям непосредственно российского производства. Так-то в мире огромное количество и сериалов, и фильмов. Очень много... адаптировать, ну, при
приурочена к каким-то определенным праздникам. Большая часть этого вокруг Нового года и Рождества происходит. То есть это прям отдельная история, большая индустрия новогодних детских фильмов и сериалов. Ну, на самом деле, да, в этом отношении про Новый год вы заговорили, он уже не за горами. Да, уже. Мы уникальная страна, мы начинаем Новый год праздновать с 25 декабря и заканчиваем старым Новым годом 13 января. Это здорово, на самом деле. Вы медиа-менеджер, и несмотря на то, что сейчас работаете с детским телевидением, с детским контентом, вы работали руководителем достаточно крупных популярных каналов. И одна из тем, которую на сегодняшнем ТЭФе регион обсуждают, это как делать телевидение интересным. Как его делать интересным? Причем, если учитывать, что федеральный телеканал и региональный телеканал – это все-таки разные телеканалы. Это разные телеканалы, и здесь есть как свои плюсы, так и свои минусы. Точнее, даже как свои минусы, так и свои плюсы. Для федерального канала огромная сложность заключается ровно в том, чтобы определить, кто же на самом деле его зрители, потому что это люди, проживающие и в Владивостоке, и в Калининграде, с разными повседневными привычками, интересами, какими-то разными абсолютно событиями. Взять 86 человек из каждого округа, одного пола и возраста, они будут разные все. У них будут свои, там, ну, помимо того, что во многих случаях свои языки еще развиты, у них разные интересы, они разными вещами занимаются. И сделать какое-то такое общее универсальное предложение, которое бы пришлось по душе всем этим 86 людям, это не самая простая задача. Работая ближе к своей аудитории, зная непосредственно там ежедневные какие-то привычки, там, ну, вплоть до того, что в одном городе с работы возвращаются где-нибудь в 17 часов, в другом в 18, в третьем в 19, а в других случаях вообще полным-полно народу, который в ночную смену работает. И это, ну, даже вот такие простые вещи, они не позволяют федеральному каналу быть вот непосредственно на дистанции вытянутой руки вот со своей аудиторией. И это то преимущество, которое есть у региональных каналов, которым надо научиться пользоваться, уметь пользоваться. И мне кажется, в этом отношении еще большую роль должны играть все каналы обратной коммуникации, обратной связи с своей аудиторией, социальные сети, какие-то YouTube-каналы, когда, чтобы была возможность у зрителей ваших вам подсказать, вам предложить какие-то истории, дать обратную связь, дать свою критику. В конце концов, просто за счет того, что это количественно меньше, ее можно обработать. Ее можно вычленить из этого рациональное зерно, да, полезное. Вы сейчас об этом заговорили, о социальных сетях, о YouTube-каналах и так далее. Ни для кого не секрет, что есть опасения, телевидение прекратит свое существование в том понимании, в классическом, в котором мы к нему все привыкли. То есть телевизионный радиоприемник, телеэфир и так далее. Потому что современные дети, если опять же вернуться к этому, смотрят контент в основном в интернете, на том же Ютубе, Инстаграм и так далее. Телевизор сейчас включает кто-то редко. Так вот, что же должен из себя все-таки представлять телеканал? Он должен быть производителем контента телевизионного, который можно показывать где-то на других источниках. Либо это действительно должен быть полноценный телеканал с своей сеткой вещания, с вещанием и так далее. Куда хранится? Да. Безусловно, ситуация с технологиями меняется. И по-прежнему остается самым важным — это, собственно, контент, который производится. Другое дело, что
смотреть его можно как линейно, так и там, с задержками, просто по выбору. И должна быть возможность у канала представлять, предлагать то, что он показывает, и другим способом. Я вот пока... мне кажется, что у телевидения еще не все потеряно, поскольку здесь играет свою роль тот невероятный объем контента, который существует. Сейчас тоже обсуждали, что на примере детского телевидения особенно это заметно, что есть такие подкатегории детей, это дошкольные, и для них делают свои истории, для дошкольников. Там какой-то переходный возраст между детским садом и школой – это другой степень контента. А для начальной школы – третий, для средней школы – четвертый. Так вот, если собрать вот по всему миру все то, что делается для дошкольников, и выстроить это вот так в ряд друг за другом, весь этот контент, ну, просто у ребенка времени дошкольного возраста не хватит, чтобы все это отсмотреть. И здесь, безусловно, возникает вот такая вот работа для редакции каналов. Это и отбор еще контента, и какая-то правильная упаковка. Это надо объяснить, почему это надо смотреть, а не то. Почему это надо сделать сейчас, в этом возрасте. А позже это уже может быть, ну, не то, что вредно, а может быть не так полезно. И... мне кажется, вот комбинация этих двух факторов, это рекомендация и ответственный отбор, плюс производство и дополнение до некого целого, вот это вот будет функция телеканала как телеканала. А уже способ доставки этого сигнала, это уже там, дело десятое, будет ли это через интернет доставляться, или это будет там, под традиционным там, кабельным эфирным способом, это уже не так важно. И все-таки вот по каким критериям вы отбираете контент для своего канала? Потому что, опять, если брать в пример прошлые фильмы, можно конкретно сказать, назвать примеры, что можно дошкольнику, школьнику посмотреть. И в чем он может что-то для себя подчеркнуть. Сейчас конкретные примеры. Что посмотреть детям? Что смотреть? Какие фильмы? Какие мультфильмы? Потому что я смотрел одну серию «Свинки Пеппа», и если я не знаю, как дети себя после нее чувствуют. Я почувствовал себя дураком. Правда. Вот. Что посмотреть детям? Что им предложить? Нам, взрослым, прежде всего. Два вопроса, значит. По поводу того, как мы себя отбираем на телеканал. Мы для себя сфокусировали на одну определенную аудиторию. Это 6-10 лет. Это возраст, когда ребенок в начальной школе, когда он уже не совсем ребенок, как детсадовский, да, когда [S2] Угу. [S1] Он за ручку приводят, уводят, и всюду за ним присмотр. Но это еще не средняя школа, когда там миллион учителей, каждый предмет – это отдельный учитель, много новых знакомств. Зачастую начальные школы – это еще и обособленные территориально истории, как замкнутые такие мирки. Это вот мы для себя такой возраст выделили. Для выбора контента для этой аудитории мы используем все возможные варианты, все какие-то международные рынки, международные конференции. Все, когда что-то новое появляется, все смотрим. Определяем, насколько это подходит для нашей страны, потому что, ну, действительно, есть сейчас много тенденций в детской анимации даже, прям для детей совсем, когда... ну, не наши ценности. Не для наши. Разного менталитета, да. Сделано, конечно, правда. И ценности. Прям вот есть... не так давно закончился один из, наверное, крупнейших мировой телевизионный рынок. И там была детская секция. И всерьез обсуждали представленность всяких нетрадиционных ориентаций в детском контенте. Насколько эта тема велика сейчас. Вот. Учитывая все факторы, зная, что это наши российские дети, зная то, что какой-то бэкграунд их родителей, мы отбираем
контент, который предлагаем на канале, плюс дополняем тем, что сами производим. Что посмотреть детям разного возраста? Я знаю, что вы отец троих детей. Да. И вот что своим детям вы покажете? Вот давайте вот так. Ну, старшему уже доверяю настолько, что он мне сам новые какие-то истории показывает. И в этом, мне кажется, одно из больших преимуществ моей работы, что я могу с ребенком говорить на языке, я могу с ним делиться какими-то новыми историями, он может со мной, потому что это мне не просто интересно и полезно еще. Но вообще в целом обсуждать с детьми то, что они смотрят, это прям must абсолютно для всех. Везде найдите время после похода в кино, после просмотра какого-нибудь, там, не знаю, футбольного матча или детской программы, найдите время с ребенком обсудить, вот что же вы сейчас увидели, о чем это было. Это и полезно и ребенку, и полезно и вам. И в следующий раз он с вами также поговорит, когда у него, не знаю, подрастет переходный возраст, он с вами останется, чтобы обсудить это. Я надеюсь. Нужно вести диалог. Ну, как минимум, обязательно это. Вторая история. С средней дочкой. Вот она сейчас в третьем классе, практически, ну, мы с ней смотрим все, что мы показываем. Она тоже так уже может найти что-то в YouTube. Я знаю, что у нее есть несколько популярных YouTube каналов, которые ей нравятся. Слава богу, что это истории больше такие связанные с, ну, они около экспериментальные, около научные такие вот вещи. Просто даже и для взрослого это может быть интересно. А младше еще пока много смотреть нельзя. Еще маленькая. Ну, иногда вот, может быть, там, три кота какие-нибудь такие вот мы с ней посмотрим. Да. Что касается свинки Пеппы, это, ну, вы смеетесь, а это на самом деле самый большой детский бренд в мире. Недавно компания, которая производила свинку Пеппу, купил Hasbro за 4 миллиарда долларов. Там эта компания занимается огромным количеством чего, но основная часть — это свинка Пеппа. И фактически можно сказать, что вот она заработала своим создателем 4 миллиарда долларов. Ну, откровенно говоря, я так отозвался об этом сериале мультипликационном только потому, что у меня есть с чем сравнивать. Да. Понимаете, здесь такой момент, что то, как мы воспитывались, какие были тогда возможности, они абсолютно отличаются от того, что есть сейчас. Из-за вот этого расширения спектра возможностей у психологов, у ученых есть больше спектр экспериментов, которые можно, каких-то опросов, которые могут провести, и это обучение воспитанию, оно тоже не стоит на месте. И да, действительно, появляются новые какие-то технологии, техники именно воспитания детей, когда ты больше ему доверяешь, ты больше даешь ему вести себя по-детски, больше сохраняешь его детство как детство, да, ну, не знаю, там, раньше мы ходили спокойно гулять, а сейчас это не везде так, и там выйти, чтобы под присмотром, а еще лучше, если с телефоном. Какая-то вот такая гиперопека может компенсироваться больше свободы для ребенка в выборе и большими возможностями выбора. И за счет того, что у него возникает чувство доверия от родителей, что родители ему доверяют, оно же трансформируется к взрослому возрасту в чувство большей уверенности в самом себе, в чувство больше родственных чувств, не знаю, как это объяснить. И тут еще не всегда понятно, какая из технологий наиболее эффективна. Да, что мы в конце концов хотим, чтобы ребенок вырос здоровым, умным, счастливым и вырос. Вот. И к этой цели можно идти миллионом разных путей,
каждый выбирает свой. Я благодарю вас за интересную беседу и очень надеюсь, что детскому телевидению, настоящему, хорошему, качественному, быть, развиваться в нашей стране, потому что это дело для нас, для россиян, очень нужное. Благодарю вас. Спасибо большое. Удачи. Спасибо.